Добрый день! На связи город Лермонтов. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Этот день по праву занимает особое место в героической летописи нашего государства. Это день стойкости, доблести, мужества, отваги, бесконечного героизма и силы нашего народа. День Победы – гордость и радость, боль и память. Тот подвиг, который совершил советский народ во имя свободы и независимости, явился светлым и бесценным. Мы помним и ценим мужество всех победителей, которые не щадили себя, отстаивая свободу и независимость Родины, тех, кто ковал победу в тылу, тех, чье детство пришлось на военное лихолетие. Дорогие ветераны, вы – наше бесценное достояние, в вас наша сила и вера. Сделать ваши дни благополучными и счастливыми – наш долг. Низкий поклон вам, дорогие участники Великой Отечественной войны. За стойкость и отвагу, за ваш подвиг, за великую победу. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные. Гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко. И погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и замерзший. И у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю. Все на свете понимаю. Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России. Такие.